Можем начать? Да. Да, нет, скоро еще. Хороший знак. Что это такое? Что там кидает, да? Что? Ну, тебе надо кусы, тебе надо. Как правильно кидать. А вот так лучше, чтобы от них кидать. Вот на 9 будет играть? Тогда часы поставьте. Два? Потому что гроссмейстер играет на 9. Вот так лучше. Чего? Я тебе скажу. 5-2 ты уже где-то еще не ходил. Ну давай, ходи. А зачем тебе? Давай уже. Бери кубики, ну. А то Юрохин он будет ругаться. Кто, если не ты? Уже был в Рязани, да, это почти Рязань. Ну точно. Небольшая. Нашел там этот музей Могилова? А, небольшая. И музей Могилова. Могилова? Ну, ты сам. Нет, ты посмотри на него. Никогда у тебя женщина с 18 минут не будет. Ну ты не кидай, ну что ты мне пиар испортила? Не испортила пиар, кидай. А пиар испортить это то же самое, что если портить настроение, Серег? Ну что, почему пальчик тебе разрешаешь? Юля, а громко за себя не сестра? Да. А тихо. Хорошо. Это она причем на курсе еще у нас не играет. Поздравляю. А он в курсе, что ли? Нет, а кто такой Манвел? Манвел? Боксер известный очень. Почти как Мухаммед Али. Неизвестный нордист. Но известный боксер. Леша, идем. Идем играть. Сергеем я уже не буду. Я с Викой буду. Ты со мной? Да, пойду. Да, я могу. Так, здесь. Вот. Дай-ка, я сейчас не сфоткаю. Нет, это ваш портфель. Я могу, давайте, вы садитесь. Может, Юле 6-6 поставить? Юле, чтобы оптимистично было. Дело такое. Добрый, добрый человек. Настоящий. Ну вот стартовая позиция. На всех блоках стартовая позиция. Все видно, что не просто так сели, а играть. Да. А это Кроуфорд. Кроуфорд выигрывает на Кроуфорде. Начали с Кроуфорда. Ну давайте, прихорошитесь там. Ника, ты это я тоже хочу. Да, да, да. Теперь я наблюдаю за этим. Сейчас еще раз. Давайте с ней. Можешь и рядом с ней. Потому что вокруг нас наблюдатели. Наблюдатели. Ник изучает позицию. Изучает позицию. Как бы так сыграть? Как сыграть? Тимур, давай. Как сыграть? Как сыграть 4-3 в этой позиции? Тихо, у меня дергается камера. Особенно на кнопку. Диссертацию подумали. Улыбочку все. Отлично. Алексей, такая улыбочка. Он на жене показывает, постоянно, никакого удовольствия. Нет, откуда у тебя кровь против проигрыша? Какого удовольствия? Так, вы не начинайте, я камеру еще не установил. Так, Тимур, забери вот эти экзарики. И больше их не приноси. А кубик мы не брали. А кубик, кстати, Сергей, забери кубик. У нас есть. Сейчас главное не забыть, что мы играем. Это мой пункт. Были такие. А часы нам поставили. Да, часы. Часы давай. Я скоро и одну минуту поставлю, а тебе 12. Сегодня что у тебя 0 из 5? У меня сегодня стабильный перерыв. Ну что, надо тебе... Сейчас пару фото. Делать 0 из 7. Так, ну что, мы начинаем? Да, камера не... А, стой.
Я уже короткие 14. 18. Потому что до 18 надо. 18, хорошо, хорошо. Вот Виктор, можешь работу себе устроить? Часы. Старшим помощником. Я уже все, я завтра уже дома. А что, уже надо уволились, а с работы ребенок? Понятно, кто у вас там в семье хозяин. Ребенок. Все, я записываю. Все, поэтому. Включил? Включил, да. Поддаваться не буду, сразу говорю. Какой-то жестокий. Я вам поддавался. Ты поддавался и выиграл. Ты поддавался? Но зараз заступили. Что с тем? Мухлевал там 6-6. Нет, я не говорю, что не буду мухлевать. Я говорю, что я буду поддаваться. Но в то же время мухлевать. Так, так, с точки зрения пиара, здесь тройку сыграть правильно. Не зарядил. Здесь был, да? О, а сам вас узнал, куда? Чапаев и пустота? Видишь, какой я эрудированный? Эрегировал. Александр Друзь в эрудированном состоянии. Чапаев и пустота написал Шолохов. Чапаев и пустота написал Пелевин. Я читал эту хрень. Пусть бы Басарян играли. Остальное минусы, остальные ходы. Я бы как-то хотел партии. Пременкова и Рокин обязательно сыграли. А четвертый. Ну этот ход, понимаю, потом этот пункт мне нужен. Дальше что? Единственное, что я знаю, что... Ты не понимаешь, что я отстаю. Я из-за того, что отстаю, я Во-первых, это уже четвертый. Прекрасное финальное решение. Мне здесь нравится. Я не уверен, что это Это маленький раз. Маленький. То есть вот эти два минуса перемешиваются. Все, сейчас отрезано. Вот это ты будешь его разгружать. Я тебе сделаю. У меня запас большой. Я пока его не буду разгружать. Я хожу в тень. А вот пусть он уже сейчас. Нет, вот это ты? Я открыл затрешки, я посмотрю. Я согласен, зацепить мне перевес по большей степени. Нет, да. Если ясно, вот подходите, все. Если он не подцепит, я выберу. Конечно. Так вот у нас, да? Ну, считай, что это ты. Я уже Сайрат, там что-то.
время ты моешь. Заметьте, я точно не ножор. И вообще, да? Скажи. Скажи, Серега. Согласен. Вообще мы это. Ого-го. Вообще желающие. Пару водолисок без изъяна. Да? И жизнь наладится. Нету здесь? Так, смело. Сейчас 4 года,
плюс 6. А, 7. 6 и 1, 4, 3. Подожди, сколько очков? 7. А, 4. Через неделю, кстати, вы можете доиграть. Будет как два турнира. Нет, у нас 12 человек. Все турниры под камерой.
месяц назад. А я раньше, чем месяц назад. А, извини. Ты нас спроси, извини. Да, я... билет, в следующий раз, я... да, я... Ты мне сообщай, значит, как... а во сколько у вас начало? На какой? Сим? А на какой вы идете? Чапаевым поступаем. А, что-то все знают. С антрактом? А, и так, и так. Кто в роли Чапаева? Борис Бакович? А ты, я побил с Робертом. Роберт не играет у нас, Ацик ПСД играет. А, кстати, да. Вот такая идея как. Ацик, ты, как тебе такая идея? Ацик ПСД играет. Роберт пойдет. Да, да, вместо тебя идет Роберт. Замечательная такая идея. У меня просто единственное, не угадывается, что телефон я не могу оставить. Нет, есть а еще один играешь... вариант. Мы можем с Ацком пойти. А ты играешь по анигейму по 5000. Короче, сейчас я на паузу расставлю. Короче, анекдот рассказываю. Нам молодожен, короче, муж предупреждает, говорит, дорогая жена, короче, у меня есть несколько вещей, я тебе заранее скажу, чтобы ты знал. Каждый понедельник мы с друзьями играем в бильярд. Каждый понедельник вечером мы играем в бильярд. Говорит, хорошо, ты хорошо. Каждый вторник мы играем в покер с друзьями, каждый вторник покер. Каждый среду мы там с друзьями, ну, просто собираемся, общаемся, там, пиво пьем и так далее, футбол смотрим. Хорошо, говорит, хорошо. В общем, у меня продолжается четверг, пятница, суббота, говорит, хорошо, хорошо, говорит, жена. Тут у меня только одно правило к тебе, жена, говорит. Каждый день в 10 вечера у меня должен быть секс. Будешь ты дома, не будешь ты дома. У меня каждый день должен быть секс. 10 вечера. Должен. Там еще один. Там еще один. Там остается один день, она говорит, вот этот день у меня занят. Я не провожу его столько. Усовершенствован. Я думал, ты сказал, какой ужасный анекдот. А ты где находишься? Весенинская набережная. Ну тоже по набережной. На катер сесть. Рвануть. В какую сторону? Нет, проиграть ты не будешь. Ну, 20 минут ехать. Ну, я пас. Да, думаю, там, через нас ждать там точно не будет, если что. Да подождите, самые главные гости не пришли. Как начинаем? Я да. А вы летите на рейс? Так, все вопросы решены. А когда? 1 ноября. 2 ноября. У вас ваши билеты уже купили. Мы же на Кипре уже были. Я там был 5 раз. Но мы не ездим в одни и те же места. Мы не знаем. Езжайте в Хорватию. В Хорватии были. А, в Хорватии нет, мы не были. Мы были очень большими. Осталось. Мы поедем. Все, давай сразу. Казань. Три рубежа, три Казани. Карта почти я готов. Нуля, 50%. Не поел. А, ты что-то поел. Сейчас. Ну, ой, я поел, я ищу сосед. Все, доиграли. Что это было за яичницу? Да 6 сыграл. Все, 6 сыграл. Ярослав, мне просто интересно, а сколько ты матчей сыграл? Три. Это четвертый. Я сыграл за 5 часов 6 матчей. Это разовый курс. Я практически гамон играл. Без гамона секунду на 5:30, 5:40. Знаешь, 12:30. Ты добился от осетины невозможно. Ну давай, ты все наверное. Ты что? Ты не записывай. Они последние всегда.
всех поступает пули. А 2-3 это же 5 игр. Ну, я пока 5 игр сыграл. Нет, лучше 7 выступает Варданян. Да, ты думаешь, что это 2-3 игры? Варданян 3-1. У меня 4-1. Бульвар не одну. Мне пока... Бульвар в одну проиграл мне. Варданян. Мне Варданян. Уточнение. Надо Ярослав Гусев себе задерживает. Я ни при чем. Первую партию с кем я играл, ты помнишь? Над Игли. Над самой Игли. Так, Гусев Градников, это шестой. Нет, неправильно сыграл. Здесь раз в десятилетие такой турнир. Представляешь, а в этом... Ну а как же, первый день. Присвоят всем разряды. Всем присвоивают разряды, присылают медали, грамоты. Играют фанфары, пишут в журналах. Чествуют. Чествуют в веках. Если у вас не будет разряда, то он будет такой разряд. В предыдущем он 7 получил, сегодня он должен улучшить свой пиар. До 10. Да, тебе сейчас мысли, как там не осталось, я сейчас наилю 200 рублей. Да. Сейчас Миша сюда курит, а раз 200 рублей. А где наши мысли? Я жду Нику и Аскуралу. Я просто к нему сразу. Юлька лидирует. Эти стоят, да? Сейчас покажу. Это стоит, да? Смотри, вот. Ну, лидирует. Вот будет результат, видишь? Это сыграно? Да. Плюс побед? Вот первая цифра победа, вторая цифра поражения. Третья цифра ничья. Ничьих у нас нет. Кто там лидер у вас? Дома. Лидер будет? Да. Лидер. С другой стороны тоже. Первый гулик Баев. Почему, кстати, Черкова не обижу? Поэтому тихо. Он вчера со мной поиграл. Гулик Баев, если он проиграл. Устранили, что ли? Черков играл со мной вчера. Черков вчера, конечно, матч вчера не выиграл сколько? Вчера играл на всех, в итоге они играли 500 рублей с нами, когда играли. Потом я ушел, они еще даже... Играем на тысячу, по тысяче. Или там 18 пушек, 18 тысяч. Короче, Чуркова надо поить. Нет, не надо, это пробовали, это у нас он сам. У него что-то децибелы прибавляются. Маша, что-то он все громче и громче орёт. Зависимость. Да, зависимость у него полетит где-то 50, наверное. Туда же, вернись, покажешь. Да. Не так. Чем, вот так было? Да, вообще. Ничья, да, в основном ничья. Видишь, один бед такой. Я знал, что это вообще Да ладно,
Закончился или еще идет? 3-4 это проиграли или выиграли? 3-4, да, до 7 играли, да, до 7 голов. До 7 голов. И какой у России был пиар в этом матче? 0. Березуцкий сыграл на 0 пиар. Березуцкий совсем не ушел. Я на кокс-кокс даже. Невероятный камбэк России. А, 3-3. Невероятный камбэк меня. 3-3. Да, вообще просто. А мне сейчас скажу. Казалось, что все равно. 6-0, непонятно. Я как судья, да? Я не знаю. Так, 1000 уже заработал. Страна. Поеду. Надо зарабатывать тоже. Ну, не осталось. А ты уехал? Я, значит, не старался с кем-то один? Или я вообще просто... Я запрошу. А мне же нормально, я 7 тогда сыграл. Я не играю. Вы через неделю спокойно на турнире сыграете, пойдет в этот зачет.